Я ведром таскал. Христос воскрес. Воистину воскрес. Фалия сразу. Мир дому вашему. Да. Значит, такое дело. У меня все утро сегодня на снег раскидывал. И была одна мысль такая, вот это сделать. Я знаю, откладывать, завтра может не случиться, ты меня прости. А теме масонства. Я тебя спрошу, что ты знаешь, а потом я постараюсь раскрыть, что не будет сказано. Какое у тебя мнение о том, кто они такие люди, почему они возникли, и какое должно быть по отношению к ним христиан. Милости просим. Садись. А, здесь прям что ли? Прям здесь, а зачем? Ну вот это тебе даже дам. Ты давайте, просто. Давайте, ага. Садись. Давайте, благодарю. Пожалуйста. Так, я рассказываю. Вопрос о масонах. Когда они возникли, дата там, примерно, век какой, с какой целью, кто это сделал, зачем, почему масонами везде пугают, особенно старообрядцы, у них слово масон, это все уже. И какое это отношение имеет лично ко мне. И теперь, а если я был неверующий, как бы я реагировал на это? И был бы я в другом статусе, пристал я бы к ним или нет? Тем более, что это не какое-то закрытое общество совсем. Масонство. Они со всего мира набирают кого-то. Масонство, это можно, да, можно сказать, тайна беззакония, так вот полностью. Это же, ну, как вот, допустим, шпионы, вот сейчас там о Скрипале там разговаривают, все, и не могут никто понять, кто прав, кто виноват. Он же вроде уже отсидел, а что его все шпионом сейчас называют? И почему убить его могли, не могли, и как-то все замалчивают, и что-то, ну, в общем, до конца не договаривают. Это, вот это настоящее шпионство, ну, или как можно еще сказать, ватиканцы, очень у них вот этот орден иезуитский, тоже очень такая тайная организация. Масоны превзошли всех, конечно, потому что они с очень древних времен идут, они же масоны называются, масоны — это каменщики, причем вольные, свободные каменщики, свободные, то есть что хотим, то строим, что ли, непонятно, свободные. Но разговор-то идет не об этом, а что они гордятся тем, что именно они, когда строили храм Соломона, у них там был Адонирам, вот этот самый главный строитель, которого Соломон не взлюбил за то, что он с царицей Савской имел любовь, а Соломон ее любил. И там, ну, они напридумывали очень много, чтобы вот этот... противоречие именно к настоящей духовной, божественной власти. Ну, они на что замахнулись-то? Царь Соломон, это же сын Давида. А сын Давида — это царь во веки веков над Израилем. И, ну, наследие его. Ну, то есть, здесь очень глубокий такой замах был. Я попутно буду под вопросы, чтобы глубину кое-какую отбросить в сторону. А они, масоны, допустим, ты встречался лично с ними, с кем-то? С масонами? Ну да, что он сказал, я масон, такой-то там 32-й степени или 31-й. Нет, я не встречался. Нет. А ты видел, какой у них дом там где-то видел, нет? Масонский прям дом? Прям в их храм заходил когда? Ну, я только в документальных фильмах видел, а так нет, не видел. Конечно, не заходил. Не, ну, если... Можно? Не, я тебе так скажу. Так, ты не забудь сказать такое, что они согласны с этим Адонирамом и то, что там царица Савская, или это все на них только и приписывают? Неужели ради тех каких-то эфемерных мест и идей, и тогда бы они сегодня собирались и под смертный приговор, если то что-то откроют? И надо забывать, что Рузвельт масон, Черчилль масон и Гитлер масон. Да, как тогда так? Самое странное. Интересно, Сталин масон, нет? Вот про Сталина нигде не пишут. Ну да, не пишут. А Ельцин, прямо видно, как жена Давидашвили посвящает его масоны, газета «Комсомольская правда», орден масонский вешает на нем. Это на 100% уже. Но Троцкий видите... тоже, возможно, масон был. Кто? Троцкий. Ну, он да. Там тоже вот связан это, был везде. Ну, теперь вот с этим учетом. Эти Донирам, это... Ну, на сегодняшний день, конкретно, как меня касается дойти до этого? И как бы я реагировал, если бы я был из клана Кеннеди? Единственный, кто не почтил их вниманием из президента, был только католик Кеннеди. Игнатий Тихонович, я понимаю, вы же сказали сами историю. И эта история, она тоже очень важна. Дело все в том, что если мы не будем знать историю их возникновения, кто они такие, почему им так помогают, и откуда такие силы у них берутся, что... Они как бы даже сейчас вот думают люди, они как бы направляют историю всей земли, всего нашего
вот всего нашего мира человеческого направляют в том русле, в котором им надо. Да, да это невозможно. Кто это может? Это невозможно. Поэтому, если мы не будем это брать из древних веков, от Библии, от истинного Бога и его противника сатаны, то можно ничего и не понять. А так-то, ну, человек, да, возглавляют кабинет тайной мировой Ротшильды. Это везде они, вот везде Ротшильды возглавляют. Ну, возглавляют, да, и мы уже знаем, возглавляют, как-то мне легче даже жить стало. Ну, все, миллиардер, мне до него не добраться. Так делать, ну, а что он возглавляет-то? Чтобы там, ну, как думают все люди, чтобы, ну, лучше жилось там им в Америке, там, они же в Америке живут, чтобы их там революция не накрыла какая-нибудь. Вокруг них должны жить жирные, хорошие, обеспеченные люди. Ну, это верно, действительно. Армия должна им подчиняться тоже. Эти силы быстрого реагирования, там, нацгвардия и так далее. Но не в этом же все дело-то. Я думаю, ты правильно будешь отвечать, если вообразишь, что ты богатый Рокфеллер или Дюпон, и в той же эпохе живешь рядом с ними, и зная их цель, и как дальше история будет развиваться, вдруг тебе бы было открыто. Пристал бы ты к ним или не пристал, имея все богатство, все толстопузость, все бы имел, но пошел бы ты с ними или нет. Или сказал, идея правильно, они братья-масоны. То братья, то надо вот так сделать. Но конечный результат всего, что они делают, такие жертвы приносят, конечный результат, что там стоит? Самая последняя точка. К чему они гонят тогда все это? К Антихристу. Но они не называют его Антихристом? Нет, конечно, но не называют. Они называют его мировой правитель. Но в этом плане тогда протоколы сионских мудрецов какое-то значение имеют? Так они прямая программа, как это конституция. Это не подделка страны. Царской охранки? Да, конечно. Как может быть подделка? Это только кто не читал. Даже, это же только вообразить, 1897 год. Ну, приблизительно говорят, когда у них вот этот было собрание этих тайных, это Швейцария. И главное, собрались-то там, где надо они. Они все это понимают. Там, где... Я 14 лет отдал этой теме. Ленин любил там жить. Да, я понимаю прекрасно, что вы можете только сидеть и дополнять меня. Я так понимаю, что глубину всего этого, этой подлости, которую затеяли эти масоны, ее всю раскрыть нельзя, но каждый человек должен знать, как вот Нилус пытался раскрыть и показал протоколы сионских мудрецов. И, казалось бы, все посмотрят, сравнят то, что творится, ну, в мире, или хотя бы немножко попозже это было. Это же начали открывать только после 905-го где-то года, да, начали открывать. Да, близ этого. Ну да. Поэтому какое-то время еще прошло. После этого. То есть уже начали события свершаться. И это невооруженным глазом было видно. А сейчас берем протокол. Их же можно прям сравнивать, как вы сравнивали Коран с Библией. Можно прям брать, читать и говорить, ну что, это свершилось или нет? А это есть или нет? А чего еще нет? А вот чего нет, то оно будет в конечном итоге. А почему? Можем знать, что примерно к чему нацелена дорожка поведет? Ну, дорожка поведет к тому, чтобы вся власть была именно в руках. Они будут уже не тайным правительством, а явным правительством. Ну, во главе поставят из колена данного. Это хорошая цель у них или плохая? Очень хорошая. Если Бога истинного не знать, если вот знать их эти все рассказы, легенды, что Соломон, Давид и все эти были плохие, а оказывается были хорошие люди, и вот мы от них, от этих хороших, но их всегда гнали вот эти вот правящие люди. А мы тайно сделаем и сделаем в конечном итоге хорошее мирное правительство. А царь Николай II знал про это? Да, конечно, знал. Почему он, когда сидел уже там в Тобольске, где в записи оставил такое, сегодня вечером мы там с семьей считали протоколы сионских мудрецов. Дальше пишет, да, все так и идет. Хватился? Хватился, да. Он знать-то он знал, но, конечно, он не верил. Понятно, такая власть, такая сила у него. Тайная охранка, там все там эти шпики, все за всеми следят. Ну, можно было уже понимать, что взорван один человек, второй человек, причем высокопоставленные деятели. Но когда взорвали 2000-го, всего было больше 3900 покушений на высокопоставленных и чиновников, которые руководили государством в конечном итоге. Уже можно было что-то думать, в чем дело. И в конечном итоге обескровили здесь, пришли к мировой войне, надо же было ему туда еще влезть, обескровленному, думными людьми. Патриотами, действительно, отчизны.
Так, ну это у нас не рассыпалась канва-то наша. Вы к чему хотели вообще подвести? Я к чему говорю? Кто это придумал, вот эта цель собрать воедино лучшие умы? Они, говорят, масоны вербуют, а уже в университетах приглядываются и предлагают им. Ну, во-первых, это придумал сатана, конечно. Как он действует на людей, это уже, ну, наверное, отдельная тема, но он действует. А Писание в Библии можно найти, где сатана именно хочет этого? Ну, конечно, еще сколько очень много мест, где он хочет. Он же прям, ну, вот, допустим, книга Иова, она прям впрямую открывается. Вот Господь как будто какой-то совет, ну, пускай не совет, Господь все и так знает, кому что посоветовать. Но собираются сыны Божии, ангелы вокруг него. И вот, говорит, приходит сатана. Между ними, сатана. Да, предстал. Вот. То есть он тоже туда, в этот. И Господь его спрашивает, все ли, видел ты? Да, обошел все. А видел ли ты вот праведника, который любит так меня, вот и его? И начинается вот этот разговор. Да это впрямую, как будто в семье, вот мы сейчас сели, разговариваем, спрашиваете у меня. Святые, допустим, они не знали, слова этого протокола не было, ничего. Но у них цель какая-то была приближенная, вот такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, что если та цель, и ты говоришь, хорошая, они тоже понимали, к чему-то надо стремиться. Они так пожил, ел, пил, помочился и умер. Но как-то они напоминали об этом, что должно быть это. По-своему прийти к этому владычеству. Без масонов. Они как-то усматривали по Писанию, что это придет к единоначалию. Ну, я вот не могу понять вот продолжение нашей церкви. Хорошо, когда церковь была гонимая, это ясно. Я тебе тогда скажу, что люди, которые не хотят жить, как вот просто какой-то лопух на могиле. Живу и живу. Вот я разговаривал с Розовым, это старейший драматург был. Я встретился в литературном институте, он говорит, я полгода часто работал в Японии, 2 года в Америке, преподавал этого. И он у меня прям боится, любой говорит, а запись магнитофон. А он мне микрофон из рук взял и стал все вопросы отвечать. Угу. А Песков, который, который первый был у Лыковых, который был-то. Я ему написал когда-то, он меня сильно дернул и говорит, еще хоть раз напишите, я все письма передам в КГБ. Mm-hmm. То есть разные люди были. Так вот я теперь вижу, что отчасти что-то знали люди. Просто жить, растительный образ жить, даже богатый, ну ладно, крес в те времена, еще начало новой эры. Но однако они видели, рабы восстают в одном месте, там Спартак, все это. Ну как это можно сделать? Еще никто не знали, что будет мусульманство. Они не знали о христианстве, 2 миллиарда будут верить. И 2 миллиарда с лишним этих. И Китай там практически-то, вот 3, назови Китай, мусульманство, христианство, и там остается чуть-чуть. Всего-то 7 миллиардов 620 миллионов. Буддизм много занимает. Буддизм, это Китай, я все знаю. Конфуцианство, буддизм. Да, потому что это та история. Ну, к чему они стремятся? Вот я, допустим, останавливаюсь с масоном, мы сидим там в Америке, в него прямо в доме зашли. Я говорю, какая у вас степень? Вообрази только так. Я уж не говорю, где, чего и было, не было. Он говорит, я вас слышал, говорит, но вы всего не знаете. Я говорю, не знаю, поэтому хочу узнать. Конечно. Он говорит, цель такая была вначале поставлена. Собирались люди, когда еще ничего не было, ни Герцля, ни основания Израиля. А вы, говорит, знаете, что Израиль основал Гитлер? Я говорю, да вы что? Точно. И правда, проходит какое-то время, Корочич, редактор «Огонька» пишет, основатель Израиля Гитлер. Журнал «Огонек», Корочич, еврей пишет, угу. Виталий звать его. Так вот, цель была такая, в то время, когда еще раньше, мы узнаем при Соломоне, Иеровоам восстал, у него был противник, угу. Который там. Да. И, ну, конечно, они не знали, что народ так распространится, какая-то Америка откроется, Австралия, ничего это неизвестно было. Они только говорили о том, который рядом около них. Да, конечно. К слову сказать, во времена гонения христиан, первый век, всего на Земле насчитывалось примерно, сегодня говорят, 120 миллионов. 120. С Индии, там, ну, до единого, что было известно. Людей. Ну, видимо, приблизительно считают инки там где-то, в каком месте. А миллионах mm-hmm. речь уже шла. То все разные. Как привести к единому началу? Почему императоры желали поклонись Богу, поклонись императору, принеси жертву? Чтобы не было противоречий. Поэтому в армии у язычников христиане были вещи вообще непостижимые. Во времена Трояна, когда там стали гнать их, 11 тысяч оказалось только христиан. И которые вели агрессивные войны, захватнические, но только жертвы не приносили. Так вот,
задача была всех привести к единомыслию, к единому Богу, к единой цели. А цель была такая. Ты вот меня спрашиваешь, а у вас бывает убийство? Я говорю, меня рядом убили, около дома. Вот, а хотите, чтобы этого не было? Ну, ты это не сделаешь. Но хотите, чтобы его взяли и сразу арестовали? Конечно, хочу. А как это сделать? Так вот, есть люди, которые уже тогда задумывались. Как сделать так, чтобы каждый шаг где-то отображался? И не надо было там снимать слепки, а на стене как картина была. Вернуть назад время, вот то, что делает. Я говорю, это очень здорово. А вы хотели бы участвовать в этом? Я говорю, очень. Ну, я, наверное, нет. А мы на вас глаз положили, говорит. Уже за вами, говорит, вот. Примерно, ну, сколько там, 8 лет, говорит, очень тщательная слежка идет. А мне потом в интернет сбросили, вы знаете, что у них на учете стоите? На меня. А потом, когда я не пошел на это дело-то, мне встречается Черников Александр Тихонович, корреспондент очень важный был здесь, молодежи Алтая. И он говорит, у меня заказ «Свобода», радиостанция «Свобода», написать о вас. Я говорю, что самое отрицательное собрать. Вы их не почтили своим вниманием. Я говорю, вам, конкретно мне, оплачено уже. Я, говорю, тут уже 3 месяца, говорю, сижу над этим делом, и что, ничего не могу написать. Он был в лагере, да слава Божия нету, там его 4 статьи, очень хорошие статьи, как мы молимся, дети молятся о русских, этих шурави в плену, которые о космонавтах, мы молимся. Вот, ничего не могу, говорит, написать. Я говорю, Саша, а зачем тебе это? Ну, вот сказал так, что он сделал не так. И после этого он внезапно исчезает, его нигде нет, ни в Барнауле. Я разговаривал, кто знает, его, говорит, исчез внезапно, как будто его никогда не было. То есть с ними шутки очень плохи. Вот. Так вот, смотри, и в то время, когда они так задумывали, прийти к единой мысли, чтобы не было преступлений, нормально все это распределение богатств, а не так, что где-то у него в банках лежат там вагоны золота. Вот, это все у них обдумано было. И Соломону сказано, чтобы не имел лишних жен, его же предупредил Господь через закон. Да. И не, чрезвычайно не обогащайтесь. Речь шла о правителях. Когда я узнал эту цель, я говорю, и как? Пока не знаем, говорит. В то время еще интернет, этого не было. Но нужно сделать так, чтобы от человека исходили какие-то сигналы. О чипах еще не знали. Вот это и есть зачипировать. Каждый шаг будет фиксироваться. Сейчас что идет, вот это все идет оттуда. А вы представили, я говорю... Ну, я люблю порядок, и мне очень жалко, когда невинные погибают, изнасилования, войны. Без нашего пожелания ни один правитель, чтобы войны не мог сделать. Вот там в протоколах уже написано будет. Да, цель великая. Пошли бы на это, ну, когда Бога не знал это, то есть Евангелие-то, я бы пошел. Но вот цель какая? А как он будет один у них поставлен? Машиах, это Мессия. И нигде он не будет с народом встречаться, а только так, чтобы не было покушения. У них это все обговорено. Если, допустим, это подделка, то это лучшие экономисты мира должны были, лучшие психологи, лучшие военные деятели должны были все это вложить в протоколы. А в то время собрать такую элиту нельзя было. Значит, они собрали то, что было. И конкретная программа, что отражается в 3 словах об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. Я говорю, 14 лет, я всю литературу дореволюционную промолотил по этой теме. Заграничную, в 92-м году в Америке был, и советскую. У меня столько было литературы, мне говорили, у меня выходило М1, М5, это 5 пленок, Масон 101. Если, говорит, еще у вас будет, то только интервью Антихриста уже. Плотную. И мне это поставили в обвинение, меня судили за это. Но у меня курировал... полковник, он тогда подполковник был, Никулин Юрий Михайлович. Он говорит, а как вы могли так чисто записать? Я говорю, хороший мастер. Я говорю, что я, говорит, открыл дверь, где отдел занимается вашими. Я только услышал несколько предложений и скорее дверь закрыл. Я понял, я ответственен буду, если я слышал. Он, это о масонах как раз и говорится. Я сразу закрыл дверь. Он такой был, моей матери обещал меня привезти, приехал из тюрьмы, меня забрал и привез домой. Говорит, я выполнил свое слово, настоящий интеллигент. Так вот, я говорю, что если бы, ну, не знал Христа, а зная вот эту всемирную цель и оставить свой след в истории, в аналы истории вписаться, сделать это, я бы пошел. Пошел на это дело. А теперь я уже рассматриваю с позиции, что я 55 лет с Евангелием в руках, на все это смотрю. Сопротивление бесполезно. Почему? Конечная цель совпадает с 13 главой Откровения и 17 и 18. Как это будет? Сегодня вплотную подошло. Сейчас мировая история такая, что русские войска вполне могут оказаться там. Уже вплотную.
тот пододвигает Америка вплотную к Сирии, и теперь, да, ну как теперь эти все войска, корабли российские сейчас вышли. Там километров 300 всего до Иерусалима. Да, да, вот так. То есть я бы пошел ради этой великой цели сделать порядок на земле. Порядок не в доме, не в подъезде, не в государстве, а в мировом. И чтобы ни войн, ничего не было. Но цель-то прекрасная была. Но как? Как? Да, рабы, мы и так рабы были. Какие? Мы сегодня как раз зачитывали стихотворение Александра Твардовского. Когда ты сын, чей сын-то? Враг народа. А когда он сказал, сын за отца не отвечает, он это написал целые главы. А он-то как раз был, отец у него репрессированный, ну, раскулаченный-то. Ну и... Ну, вот Сталин, тоже... Сталин это сказал, сын да, за отца Сталин не сказал, отвечает. Обронил как бы слово, ну, да. Ну, я могу стихотворение это его здесь поставить-то. Вот я бы попал в тот список, и вдруг тирания эта пала. Ее не должно было быть, потому что одна цель только здесь. Всем враждебны, все на него. Мы не пришли еще к цели. Поэтому у них цель одна – прийти к тому, что предсказано в Библии. Только не Христос сядет в храме, а Антихрист. Вот это задача у них, которая... А можно сопротивляться? Во-первых, незримо. А где ты будешь сопротивляться? Сегодня даже разговаривать не надо об этом. А дальше оно еще будет темнее. Это из них будет выбран. А кто знает конечную цель? Я говорю, я знаю, кто. А что вы знаете? Ну, я говорю, дойдет до Левии на колено... Из колена Левина, там с этим с Дановым коленом вместе будет всего три человека, которые знают. Это вы знаете? Я говорю, да. А откуда знаете? Ну, я говорю, какая глава Библии, откуда? А почему, говорит, нам это не говорят, которые там вверху? Я видел, масонцы как посвящают, глаза завязывают, как она одна штанина, там все это у них. И, ну, все. И сразу подписывает, я готов делать все, быть с вами и умереть в момент, когда нажмут кнопку. Умереть он готов. Пришло время умереть. Ткнули, Ельцина нету. Ткнули, допустим, патриарха, его нету. Сказали, этот был, Венедикт, уйти. Он ушел, он понял, дальше двигаться нельзя. Ну, Ян Папа, Ян Первый-то был-то, ему тоже подали. Два месяца, что ли, он побыл-то. И дало его нету. Ему не, им никто не может сопротивляться. Никак. У меня интересно было, пришла одна еврейка на занятия в университете АГТУ, аудитория 410-я, и с первого дня подходит ко мне, а вы у меня пирожки не возьмете? Я говорю, да что я, спятил с пятерика, пирожки, а она еврейка, и еще бы я брал пирожки, я вообще не беру ни от кого, только проверенные, которые рядом уже есть, вот такое. Значит, о масонстве у меня... вот, ну, представление людям, если Бога не знаете, ничего лучше нельзя придумать. Привести к мировому порядку. Все убийцы, все будет истреблено. Люди с открытыми дверями будут жить. Всемирное братство. Они дали лозунг равенства братства. Его не может быть, но они покажут в рамках закона. А закон будет обговаривать это дело. Вот оно, как сегодня, к этому вплотную подошло. Масоны, масоны. Вот у нас был тут один недавно. Там земля плоская, то другое-то. Это вера в мировой заговор масонов. У него все... Ну, верит по вере Хаттабыща, что земля круглая, вода без стекла. Но смысл-то понятен. Если человек ничего не знает, у него мозги трогаются просто. Масоны, масоны. Вот у старобрядцев, ну, у них да. На каждом шагу. А что ни один не знает? Масоны – это прекрасно. Это чудесно. Это героическая эпоха началась. Когда все гонят к одной цели, чтобы на земле был мир, порядок. 1 миллиард, а остальное, как ненужные едоки. И эту цель надо оправдать будет. А они... Что, быдло, оно ничего не знает, только пожирает и все. Но есть Бог великий, дивный, который отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа, и который нам через Святую Библию открыл. Это будет, Иоанн Златоуст говорит так. Ну а почему Иова-то отдал? А очень просто. Дьявол говорит, я бы сделал только другим путем. И у меня тоже был бы порядок. То есть масонская идея уже была в раю практически сатаной предсказана. Будете как боги. Да. Во. Вот откуда она идет. А дальше что? А Господь говорит, делай, но души не трогай его, души, то есть из тела не вытряхивай душу. И он теперь начинает делать. А что, ангелы, говорит, лицезрят. И когда кончилось, развалилось, ангелы рукоплещут, а дьявол поражен. И опять просят, ну дай мне власть только над 6-й частью земной суши. Я сделаю так, что ну 9/10 в отвал, но 1/10 мы приведем в коммунизм. Царство земное, рай на земле устроим. ГУЛАГ это рай. Делайте.
А у Господа все, за что будет отвечать, кто? Все. Ну, не учили народ, попы пошли туда первые. Белые офицеры объявили войну, там террор какой-то. Вот вам террор получаете. То есть все получили свое. Я когда это все узнал, раскрыл это, работая над этой темой, я понял. Если бы я неверующий был, я подходил им вполне. Пусть я на последних ступенях был бы, но думаю, что повыше маленько поднялся бы когда-то. Вот один пишет, говорит, мы где-то в каком-то обществе были, там, международное общество-то. Ну, я думаю, я вот такое знаю, вы не знаете, здесь еще собрали. А напротив меня один сидит, я посмотрел на него и думаю, эх, ты знал бы. А он говорит, на меня посмотрел, вот так вот. То он что-то в моих глазах просчитал или нет, говорит. А на столе лежат вот эта вот вилка, а вот это, ну, нож лежат. Он, говорит, взял их и вот так вот положил, одно на другое. Я, говорит, глаза вскинул на него. Я, говорит, сразу склонил голову, подчиняюсь. То есть это означает, у него 30-я степень посвящения в масонство. Он, а люди-то, которые сидят рядом, ничего не знают. Он, говорит, посидел маленько, поковырялся что-то, опять взял ложкой, теперь перевернул это и вот так поставил-то. Я так ахнул. У него прямое указание, взять меня в помощники, выполнить все, что скажешь. А мне нужно было двух человек уничтожить. Он сразу, только перекладывал 2-3 предмета на столе. Вот как. Это дисциплина, и при том... Всемирная цель – оставить свое имя в аналах не истории государства, а всего мира. Я тоже желал, чтобы на земле был порядок. Вот как. Это я как вижу. А почему? А потому что написано, дано было вести ему со святыми победить. Ни одна религия не говорит о своем поражении, только христианство. Все будет уничтожено. Останутся где-то отдельно там, где-то. Ну, потому, говорит, сие творите мое воспоминание, доколе он приедет-то. Его воспоминания. Прикровенно Зарававель об этом сказал. Да. Победит все истина. Да. И вот на сегодня, почему мне такая мысль пришла, ну, работал, не занят, и снег раскидывал, и в голове все это. И попутно это увязывал с одним человеком, который у нас недавно был. Он стал масоном, а он ничего не знает. Нет. Вот, я говорю, три человека, которые знают до конца последние, а их, которые сегодня масоны принимают со всего мира, это 2896 наций. Ну, это устарелые данные, почти полвека назад я вычитал-то. Но они, говорят, в предбаннике находятся, эти масоны, которым открыто. Они не знают. Да, есть и арабы, там, и негры, и все. Но все руководство находится в руках тех, которые из колена данного. Да ко все колена перемешались. Восстановили. Придется согласиться. Даже не знаю. Почему? Писание говорит. Колено данного в исчислениях не числится 144 тысячи. А вместо него там Вениамин. Вот. А он совсем не относится к Якову, только внук его. Недаром ДНК-то открыли. Да. И многое другое. Вот. Генетика это все. Вот когда это думаешь, знаешь, у меня нет никакой такой идеи. Там, да вот они такие. Но что интересно, вот если они даже полукровки, то они простые занятия, это задания имеют. Нигде, никому. Да тебе не надо знать даже. Угу. Плохо, чтобы мне разрешали говорить об евреях. Я говорю, точно? Абсолютно. Вот у меня один знакомый был, не просто так, а просто известный, даже знаменитый писатель. Настоящий, который все знает, пишет. Вон у меня две книги его стоят даже где-то. Я возьми, однажды сказал, он у меня, сидели дома у меня, он говорит, писатель, верующий, православный, это не запрещается у них. Да, я говорю, а вот протоколы сионских мудрецов вы читали, он сразу как посмотрел на меня. И вы что, им верите? Я говорю, не верить-то нельзя, потому что там, ну уж вот этого я никак не ожидал. То есть он где обо мне говорил, он говорил положительно, скажи, замкнулся, на все застегнулся, больше со мной ничего нету. А до этого печатал, брал мои материалы, готовился, там предсказывал, что будет. Так он настолько на меня обиделся, какую-то историческую книгу стал писать, и герои выводит. И такой-то герой Игнатий Тихонович Лапкин. Но не показал злодея, а просто показал, что я кучером работал у одного барина. Ну, до того интересно. Ну, так не бывает. Во-первых, Игнатий редко. А чтобы Игнатий Тихонович и Лапкин, я в интернете один такой. Один. Я проверил, нету больше. Это слишком много надо нулей ставить, чтобы сошлась облигация. Но он больше меня ни разу. И когда был в Москве, он москвич. Я отдал книги и сказал, передайте ему. По сей день не знаю, передали или нет. Он хотел рецензию дать на первые 4 тома, когда они у меня были только.
А потом у него книга вышла очень хорошая, и я ее книгу сказал, да, я могу распространять, помочь. Батюшка заезжал, у него все завалено книгами. Тут глава администрации был Суриков Александр Александрович, мэр города, продавать. Я везде с вагона тут, они заплатили, тут я получил прям с вагона, от, ну, вагон такой, пассажирский. И везде-везде в городе преподавателям, профессорам продал эту книгу. Вот там есть что считать. Он имел доступ к архивам КГБ. Доступ. Из писателей он был единственный. Теперь кто послушает, узнает. И, а кто был тогда начальник КГБ, то, то другое. Это. Ну что сказать. Крючков был. Я могу сказать. А вы его не высчитаете. Вот так. Почему я говорю? Потому что я не знаю, можно ли это говорить. Но говорю вот так. То есть я сказал, что я верю в это. А, вот какие слова-то сказал. Я говорю, интересно, вот евреям дано задание простым, чтобы нигде не разрешали, а евреи говорить плохо. И, говорю, и полукровки такие же, он, видимо, не чистопородный еврей-то. Не как у меня Наум Израилевич. Да. Да. А этот сразу, и он на это тоже обиделся. Я говорю, а почему бы не сказать-то правду? Да, протоколы, ну, я не верю это, но цель-то хорошая, общая, мировая-то. Я бы так ответил-то, ну, мало, мне не важно, что ты веришь, не веришь. А теперь, когда говорили, кто ты или кто сказал, а какая разница масонам, когда у них цель, плоская земля или шарообразная? Им-то зачем на этом настаивать? Тут легко понять было, что это никакого отношения к масонам-то не имеет. А теперь у тебя лжи-то больше, чем у масонов. Масоны, они имеют цель, а у тебя цели никакой нету. Никакой. Ложь, как Хаттабыч, наворачивает там, говорит из рамки-то, а ты все это сглатываешь. Маленькая цель. Ну да, но какая есть тебе масонам разница? У них цель привести к мировому владычеству. А какая земля плоская? Зачем им это? У него цель перехватить учительство и стать учителем. Да. Это, ну, такая мелкая цель, но это. Но этого нельзя сделать из того, невозможно. Что у тебя было. Это не твоя биография. Нет. Это не, никак нельзя. Но здесь Подойти. Понятно, что масонам вот эта идея, ну, допустим, земля плоская, а они бы сейчас насаждали везде. А как летают? За этой ложью целая цепь. Я показываю, 245 космонавтов было в разных странах. И не были нигде. И у нас один общий сейчас такой. Космонавты были, но никто не летал. Да. Это не просто одна ложь, грустно. А это дух лжи входит. Славиков верит, Герман Остерлинг, вот дальше все собирает человек, что угодно. Я думаю, масон этого не делал бы. Он, у него великая цель. У нас нету прийти к мировому владычеству. У нас цель спасти свою душу. У нас вот какая мизерная цель. Но она божественная. Чтобы узнать Христа, послужить Ему. Благодарю на сегодняшний день. У нас сегодня что, 12-е, наверное, уже, да? Сегодня да. В космос полетел. Да, Юрий Алексеевич Гагарин. Сколько лет назад? В 61-м году. Это в каком году было? В 61-м году. Вот я был в армии. И как раз я служил в Севе. Сев – это станция единого времени. Еще никто не знал, а мы уже знали, что вообще в космосе наш человек. Невероятно. Да, ну, мы следили, мы на станции были. Да, понятно, там. Да. Я как раз я про эту станцию писал, смотрел. Как я там дежурил, и другой порядок установить пришлось. Их всех наказывали, а меня поощряли. Сейчас только начали говорить, что там люк не закрывался, 2 часа, там, больше 3 часа отложили. Это подробности не знаю, мы только точности до одной секунды, когда он над нами пролетал. Так он, самое интересное, это он, сказали, что приземлился шар, и показывают шар этот там все, а он-то, оказывается, катапультировался из шара. Это вот последние вообще сведения. И отдельно шар, почему? Не была до конца отработана мягкость приземления шара. И он опустился на парашюте. И его там женщина это увидела, крестьянка-то простая. А он что, он как подопытная белка сидел, он никаких рычагов не имел, ничего. 3 было уже заготовлено обращение к миру, То есть, говорят, уже там в космосе побывало там, ну, там чуть ли не 100 человек до того, до Гагарина. Одного его запускали, знали, что американцы все это выслеживают, прослеживают. Все известно, что запускают человека. Если бы он погиб, было бы обращение о трагической гибели просто великого героя. И все. Но не случилось. Ну а сколько до этого-то было погибших? Это следили за этим итальянские братья, 2 брата-то они построили. Mm. Они единственные, которые улавливают то, что у них еще НАСА не работало. Mm. Ну, голоса... собак запускали, не знаю, да. Что там дальше было. Но дело в том, что мы говорим об этом, и не надо... А можно сопротивляться масонам? Во-первых, ты не видишь никого. Да вот надо батюшке там, то другое. Ну что батюшке, он не так делает, священник. Ну что, пойти морду ему набить или что?
Он делал, так и будет делать. Он сейчас новый появился у меня, Константин Пархоменко. Обрати внимание, посчитай. Угу. Вчера он говорил о чистой и нечистой женщине. Он прямо развращает каноны, топчет ногами. Интересно, вот голос, как он губы поджимает. Это вот Журавлев Сергей этот. И все эти, которые отошли от православия, Боев я гляжу. Вот как один. И у него точно такое выражение, интонация, как клеймо какое. Друг от друга берут. Он еще православный, но уже там православие на ладан дышит. Еретик, еретик. Это у меня прямо последняя неделя откровения. Ткнули меня на него. А я только начал слушать, отступился. Не стал слушать. Думаю, надо посмотреть потом. Он говорит и по голосу, и интонации, и как он говорит. Все, весь атмосферный слой у него отступнический. Он уже, и какие каноны он все. А вот, знаете, это начинает там, говорит, Климент Римский, это... В половине третьего века он умер-то жил. Он говорил так, а он умер в 97-м или 101-м году. А он половина третьего века. Он даже этого не знает, оказывается. И каноны, где женщина, прямо книга правил, сейчас издана. Угу. И он спрашивает, у женщины месячная, обыкновенная, может ли она пойти причащаться? Он говорит, такая мысль даже приходить не должна, прямо. Да. Это что? А он говорит, это ничего нету, что Бог осветил. Да, осветил о пище, говорит, о пище, а не о женской... Да. Вот так. То есть он совершенно не знает. Вот, а сосуд опускался. Вот все чистое. Ну, даже если все чистое, какое отношение к ощущению женщины, когда-то идет вниз проход определенно. Как? А у мужчины тоже бывает где-то. А в Новом Завете ничего не сказано. Ну, сказано о теле вообще не сказано, что нельзя жить с родной матерью, с сестрой. В Новом Завете нету. Но вот это так понятно, там закон, там оттуда берем. Нет, он... В канонах же есть то истечение. Это, все это есть в канонах. Я как раз каноны все выписал и... Под его роликом, я не делал это, в его ролике поставил внизу. Uh-huh. Сегодня посмотрю, сохранили нет. Ну все, благодарю, брат. Аллилуйя, слава Христу. Христос воскресе. Воистину воскресе. Господи, прости нас. Господи, благослови нас. Слава Тебе, научи нас, Господи, исполнять волю Твою и никого не страшиться. Помоги нам в радости исполнять Твои заповеди. И сделать все, как заповедует Святая Библия. Ибо страшащийся, имеющий страх человеческий, он погибнет. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. В машине ходят, видишь? Да. Я гляжу, один подошел мужик, но он подальше видно. Хорошо, там собаки лают просто. Да, благодарю. Володя, иду. Слава Христу. Аллилуйя.